неведомому чаду, деятельные и созерцательные слова, обретенные в переписке. Слово девятое. О суфлёре, враге нашем. Начинать сопротивление врагу, истязающему тебя, надо таинствами. Первое и самое главное – исповедь. Надо найти то место в своей жизни, которое дало врагу свободу войти в тебя. Входит враг незаметно, а чтобы изгнать его, нужно положить массу трудов и усилий. Знай, что цель врага, который тебя опекает, погубить твою жизнь. Помыслы не принимай. Это суфлер враг тебя мучает. А ты знай, что это не твое. И делай вид, что ты не слышишь его нашептываний. Забивай их молитвой: «Господи, помилуй».